Здравствуйте, мои дорогие! Приветствую всех на канале. Западная Германия, октябрь, лето летнее. У нас абсолютно летняя погода, все одеты легко. И такую погоду нам обещают до ноября. Поверить мне в это, конечно, сложно, но, как вы видите, деревья зеленые. У нас даже не желтеет пока что особенно ничего. И не гулять в такую погоду — преступление. В общем, я сделала себе, в общем, вывела приоритеты, что вот когда пойдет снег и дождь, тогда я буду делать больше все из дома. Но пока стоит такая погода, просто надо на улицу. Посмотрите, какая красота. Впереди каштан, везде валяются каштаны, очень гладкие, такие прохладные, приятные. Надо отключаться иногда от дел, от всех, брать вот прям выходной и идти самой или с кем-то просто гулять, ни о чем не думать, отключиться от всего. Желательно это делать почаще, почаще очень не получается. Вот по таким тропинкам когда-то в детстве я гуляла с одним и с другим дедушкой, что мне очень нравилось, поэтому я очень люблю такие места, они мне навевают приятные воспоминания. И вот смотрите, какая красота. Если бы я не сказала, вы бы подумали, что это лето. Подружки мои из России пишут мне, что у них уже нулевая температура, может пойти снег. И вот такая вот на контрасте погода у нас. Показываю вам реальную погоду у нас сейчас. Кораблики еще, я не знаю, до какого они будут еще ездить, но можно еще вот прогульнуться на кораблике. Я по дороге куда-то зашла в Хаунтем, я увидела, что там вывесили новую коллекцию, и решила кое-что примерить. Костюмчик теплый, но, честно говоря, мне как-то не очень он зашел. Он как-то к телу так себе. Но, не знаю, в общем, мне не понравилось. Вот эта майка гораздо лучше, но размер какой-то маловатенький. Вот эта маечка на сейле была очень классная, мне просто она не нужна. И это маловатая. А я искала такую очень-очень оверсайз. Я ее нашла потом в мужском отделе. И купила XXL себе. Это я тоже примерила. Это такие, как типа поло. Ну, самые актуальные сейчас модели. Ну, ничего так. Но я не очень любитель такого. А это еще один день. Тоже отличные, теплые, прекрасные. Мы пошли спонтанно в ресторан, потому что и от готовки тоже надо отдыхать. На мне, кстати, новые очки из новой коллекции Хаунтем мужской. Очень ими довольна. Вот сейчас ношу их, не снимая. Они отливают таким синим. На самом деле у них очень приятный коричневый такой свет. Это мы в центру, большой торговый центр в Оберхаузене. Мы уже были здесь неоднократно. Мы поехали с дочкой, пока у нее тоже небольшой такой мини-отпуск на шопинг, который был очень и очень удачным. Ну, шопилась в основном она, я ходила конкретно за сумкой в конкретный магазин, где ее не нашла, зато нашла супер вариант. Именно то, что мне было нужно, совершенно в другом магазине. Ну, самое главное, результат. Мы зашли в Зару просто так, проходя мимо. Очень понравилось это пальто, но понравилось именно в сочетании вот с босоножками и с этим платьем. Не знаю, с ботинками оно бы более так просто смотрелось бы. Это платье все в таких пайетках. В общем, в Заре, как всегда, куча народу. Выбор был так себе. Мне понравились только вот эти крупные бусы жемчужные. Очень симпатично выглядели. В этом магазине очень-очень большой выбор сумок. Я их все не снимала, но там безумное количество. И есть из чего выбрать разного размера и фактур. Я наши покупки не снимала, а просто снимала, как мы гуляли по торговому центру. Потому что было, честно говоря, лень все снимать. Это прекраснейшие, огромнейшие книжный магазин, где Феврония купила себе, как всегда, книгу. Она вообще любитель книг.
Такой же огромный магазин был у нас в городе, потом он стал меньше, потом еще меньше, и сейчас совсем маленький. Мне это, конечно же, не нравится. И вот, смотрите, навевают у нас песни новогодние. Этот магазин, он круглогодично продает все для Рождества. Это мой любимый магазин, один из любимых, где я надеялась купить себе сумку, но купила ее совершенно в другом месте. Что-то мне здесь не понравилось. Зато мы купили вот эти ножницы. Очень красивые, стильные, тяжелые, хорошо режущие. Прям прекрасные. И вот они, милашки. В каждом почти магазине уже продаются в безумном количестве и различных вариантах прекрасные новогодние елочные игрушки. И у меня рука каждый раз тянется что-то купить. Я уже свои старые игрушки все пораздавала, уже у меня новая коллекция, и моя рука постоянно тянется еще что-нибудь прикупить. Вот скажите, пожалуйста, вы тоже покупаете каждый Новый год одну минимум елочную игрушку? Ну вот одну у меня не получается, я несколько покупаю. И при таком разнообразии, ну просто невозможно пройти мимо. Ну посмотрите на эту прелесть. Разные материалы, разные всякие фигурки, просто красота неописуемая. В этом магазине, кстати, очень много интересных вещей для дома, для подарка. Посуда, текстиль, всякие горшочки, сумочки и так далее. Обязательно заходите. Ну и мы решили перекусить. Кстати, вот этот тортик был очень вкусный, с капучино, не сладкий. И мы едем в Икее. Мы дома затеяли перестановку небольшую. Ну, так сказать, небольшую, но это все требует сил и времени. И нам нужны были конкретные вещи, за которыми мы туда и отправились. Ну и попутно показываю вам не вещи, которые мы купили, а новые вещи, которые здесь продаются. Вот, например, вот эта офигенная гирлянда. Стоит она всего 20 евро, но, как оказалось, без лампочек. Лампочки надо покупать отдельно. Вот эта креслица мне понравилась. Но оно детское, детское. Что-то типа этой стены будет у нас в другом месте. В общем, мы пошли, посмотрели, что новенького, и купили то, что нам было нужно. Не люблю я такие вот абажуры, но вот показываю, как он тут раскрывается. Он какой-то черный и не очень так себе. Вот этот вариант мне нравится. Лавочка, а с другой стороны стола в этом же стиле стулья. Это мне понравилось. А это мой сын жарит шампиньоны из папье-маше. Стул, на который он садится, неудобный. Сколько раз я пыталась на нем посидеть, сразу начинает болеть спина, какие-то они, ну, совершенно неудобные. Это для гостей непрошенных стулья. Кровать, мне это понравилось, хотя я не люблю железные кровати. Странно снят мой аутфит, вернее, видео странно снято. Ну вот моя сумка, которую я там купила. И, кстати, вот эта майка тоже из мужского отдела XXL, просто рваная немножечко черная футболка, которая мне была нужна. Хороший диванчик, цену не нашла. Он стоял в ресторане, поэтому вот, видимо, цену сняли. Показываем вещи, которые мне понравились. Я, конечно, много там понаснимала себе шкафов, потому что мне надо выбрать. А вам показываю то, что попутно мне не нужно, но понравилось. Эта комната стала как-то мне казаться мрачной. А вот этот диванчик очень даже симпатичный. Правда, он узковат. А здесь мне просто нравится вот этот вот ретро-кран. Симпатичный тоже вот этот шкафчик. Он со стеклом, высокий. Ну, дороговатый, потому что я как раз искала шкафы и нашла очень много вариантов, гораздо более бюджетных и очень симпатичных, очень. Вот эта полка тоже мне нравится. В общем, я сейчас в раздумьях. Ну и не перекусить в Икее, это как бы уже преступление, так как это традиция, что-нибудь там обязательно все хотят съесть, поэтому мы, естественно, не стали нарушать традиций
и перекусили там. Я на этом с вами прощаюсь. Советую вам зайти в плейлист и посмотреть про свой знак зодиака, потому что он постоянно пополняется. И заходите в плейлист «Сухое голодание», потому что эти две рубрики постоянные, ну, помимо других, но эти постоянные. И посмотрите, возможно, это ваш вариант, ваш путь к здоровью, особенно это важно для людей в нашем возрасте, уже 50, 55, 60+. Всех обнимаю, целую. С вами была Наташа. Пока!